Раз уж я приехал сейчас от консульства по делам, вот, надо вам показать кошкин дом еще раз, вот, который находится прямо рядом с консульством. Вот он такой, сделанный такой. Кошек сейчас что-то не видно. Видимо, пошли или на охоту, или куда-то. Вот смотрите, как для них сделано все, видите? Вот, для кошек здесь. Вот видите, еда, здесь они кормятся. Закрыто у них, защищены. Вот, со всех сторон. Видите, лесенки им сделаны, все. Ну, короче, для них рай здесь сделан такой. Вот еда для них посыпана, видите? Вон она. Водичка. Это кошек не видно. Даже застелено мягкие вот эти тряпочки. Вот они, за ними уход. Видите, корм вон полный, это самое. Полные чашки корма. Что-то кошек нету. Куда-то ушли, видимо. И на верхних. Обычно тут они полные. Вот. Такой вот домик, кошкин дом, я его называю. Ну, наверное, прогулку пошли, погода хорошая. Вот, и так и называется. Кеди Эви. Вот он, смотрите, Кеди Эви. Дом кошки. Вот. Вот так вот. В этом парке. А, кошка вон там бегает. И собака бродячая есть здесь. Видимо, это защита их от этих собак. Там решетки для них, чтобы они могли только зайти. А собакам путь закрыт. Да и вот собаки здесь не какие-то, не злые. Они с чипами на ушах. Вот. Ну, консульство, вот, например, кто-то хочет, например, по электронной записи. Рандеву сначала берете, но иногда бывает за неделю какая, смотрю, иногда бывает и за месяц, за два месяца вперед. Если, например, паспорт поменять, здесь и гражданство оформляет своим этим. Видите, детям, вот. В общем, тут все делают. Все юридические процедуры, которые на территории России делаются, и здесь делается. О, окошечко, о, свой дом пошла. Вторая тут. Вот это вот консульство. Здесь все делается. Все оформляется без выезда на родину. Ну, естественно, есть которые документы с выездом, наверное. Но основные здесь делаются. Справки, все здесь получает. Вот. Апостилы. Кстати, об апостилах. Апостилы здесь обязательно. Вот здесь очень много. Вот когда подходите, русско-турецкие семьи вот подходят, они тоже за справками. Вот идет уже товарищ за справками. Вот так вот. Так что запись, электронная запись. Запачки. Электронная запись и все. Потом уже подходите, нажимаете кнопку, называете свою фамилию. И если у вас рандеву назначено, вот, и заходите, делаете. Например, 9 часов, 9:15, 9:15, 10:30, 10:30. После обеда, мне кажется, не берут они. Обычно до обеда отрабатывают все документы. Вот. Народу много, отовсюду едут сюда. Вот. Даже от Алани едут сюда за справками. Других этих, Денизли едут сюда.
В общем, радуюсь, где-то 350, где и нет российского консульства, оттуда и едут. Вот. Так что, вот так вот. Такие вот дела. Так что, это Шеклар находится. Не так уже, это от Марканталь не так далеко. Вот. Всех вам благ, пока-пока.